Здравствуйте, товарищи, с вами Сет, это метро 2033 Last Light. Продолжаем проходить, мы до сих пор на поверхности, как вы понимаете. На поверхности тут весело, блядь. Ясно, рядом с водой не ходить. Сука. Ой, да пошли вы, я буду бегать просто. Ну вот. А мне говорили противогаз. Не ломай все дела. Ну, не знаю, кто говорил. Но кто-то наверняка говорил. Не ломай противогаз. Это типа радиации зелененькой. Я полагаю. Блять, звуки всякие. Ловушка. То есть тут кто-то живет, судя по тому, что здесь сигнализация в виде банок. И рождество. Всякие растяжечки. Подстава. Да ладно, я прям должен поверить, что ли? А, ну в принципе тут есть какой-то, бля. Ага, собачки. Здрасте. Рад встрече, собачки. Ну тут гильзы какие-то, то есть тут стрелял кто-то. Ни хрена себе, что я нашел. Прибор ночного видения. Не вижу разницы, если честно. Вы видите разницу? Я нет. Что изменилось? Давайте, я смотрю в темный угол. По-моему, глюк просто. Не работает. Не знаю, можно попробовать перезагрузиться, конечно. С вами мы уже знакомы, господа. Ну и что, мне теперь отстреливать вас всех, что ли? Вообще эта идея мне не импонирует на самом-то деле. Он, судя по всему, придется. Что за прожектора? Вот чего я не понимаю, так это что за прожектора? Не знаю, хорошо я сделал или плохо, но мне не нравится то, что они светят. Песики. Ладно, и где церковь? Там. Ладно. Ага, вижу. Мне на дорогу, я полагаю, вот на эту. Ебать, это вода. Не видно ни хера. Может, прожектора сломать была не такой уж и хорошей идеей на самом-то деле. Машина.
типа. Но залезть нельзя. Так. Песики, песики. Они пришли оттуда. Значит, там как минимум проход есть. Правильно я мыслю? Вот уж не знаю, насколько правильно я мыслю. Что вы тут нашли? А, мертвое тело. Бездыханное мертвое тело. Ну, это, блин, забавно, но мне надо вообще в другую сторону. Мне этот фонарик подсказывает, показывает то, что мне нужно туда. Опаньки. Не очень-то хорошо их система работает, типа зарычал, и твои к тебе пришли, но что-то они нихера не пришли к ним. Может, вот проход, но тут вода. Ага, вижу, вижу. Вижу. Нихера не вижу, странно. Вроде бы этот прибор ночного видения, то есть на прицеле, а вроде и не видно нихерашеньки. Опять ты? Говноед вонючий, блядь. Мудло неотёсанное. Вылупляется тут. Я боюсь, что у меня выбора-то особого нету. Надо убивать их в любом случае, да? Их тут двое, и они у меня на пути. Да это вы пошли, господин. Вы хотите мне в спину потом выстрелить? Ну, то есть не выстрелить, а накинуться на спину. Ебло, отъебись это. Да ебать, ну я из дробовика в него выстрелил, блядь. Обойму. О, он сквозь меня любит бегать, я понял. Но больше меня раздражает не он на самом деле, а то, что патроны кончаются. Вот он минус в сражениях с этими мутантами, то что они тебе боезапас не пополнят. Зачем я пришел сюда? А, судя по всему, мне сюда и надо. Блин, постоянно пытаюсь этот компас на эскейп выключить. И с вами сменить фильтр. Обычно я не меняю, когда он. Типа жду, чтобы минутка прошла. Я на самом деле не уверен даже, правильно ли я делаю, потому что, возможно, это все бессмысленно. И он в любом случае таймер будет одинаково делать. Может и так, но я как бы экономный, типа, чуть-чуть. Ну, самый малый. Ебать, это что за крыс? И к чему? От кого здесь эти ловушки, блядские? Вот ты, блядь, и сменил таймер.
Прям в меня светит. Ага. И почему-то обрезать можно только с этого края. А тут с какого края обрезать можно? О, взрывчаточку-то можно и подобрать, но у меня фуловая. Тут он носится, бля. Так, ладно. Хоть патрончиков немножко затарились. О, автосейв. Так, ну костер. Очевидно, логично предположить, что кто-то здесь доживет. Откуда на меня выпрыгнул? Из какого, блядь, туалета? Номер 3? Нет? Судя по всему, нет. Ну, сюда эти твари побежали. Очевидно, что откуда-то они выпрыгнут, нет? Бля, видать, я не такой... Они не такие очевидные, как я. Ой, у меня, по-моему, в животе урчит. Ну, не в смысле у меня, а у героя. Я-то сытенький. Сижу, играю в игрушки, конечно, я сытенький. То, что я начал играть в WoW, не значит, что я перестал питаться. Тут не всегда видно эти ловушечки, лучше с фонариком ходить. Вон там у нас фильтр для противогазика. Стоит его взять, на самом деле. Довольно мало времени осталось. Наверное, стоит поспешить. Так, ладно. Ага, я вижу проход. Я вижу ориентир. А, ну вот еще электрики. Хм, настоящая, что ли? Даже не подстава? Ну, или... Или она вообще хреновая тёлка, то, что ее там пытками заставили предать нас. А ну тут сейчас будет, я полагаю, сражение. О, наш. Парень, давай сюда, сюда. Скорее сюда. Ну ладно. Ты блядская. Артём, огонь по-большому. Да ладно, блядь, серьезно, что ли, блядь, в жизни бы не додумался. Да сука, ну столько дроби, ни одно живое существо не выдержит на самом-то деле. На воде! Плывет! Сюда плывет! Все, патроны кончились. Отходят! Добиваем! Никогда-то такого не было. Еле отбились. Ну, а я особенный. Первый раз такого вижу. Блять, ну Артём, ну не говори, что ты не можешь выплыть туда, куда надо. Ну ебать ты лох, Артём. Просто, блять, дно. На дне. Там, блять, 2 метра прыгнуть. И это из-за того, что я не подождал, что мне корягу эту пододвинет, типа, да. Ты что ли, бобень? Ну-ка. О, заработал. Раз не работал. Да ты просто супермен. Да ладно. Я сейчас. Рад видеть. Давай в церковь, там безопасно. Да? Эй, заходи. Подскажите мне, как эта фашистка выжила? Нас фашисты схватили?
А, ну ее не схватили вообще-то, она на большом расстоянии была. Я тебя увидел еще вон оттуда. Чуть не пристрелила. Ха. Ты не отзывался на запросы по радио. Блять, я не мой. Как-то поняла, ты это... как будто не знала. Ты... Надеюсь, простишь за Детсад. За Детсад лучше прости. Это плохая шутка, она вообще бессмысленная. Ладно, вы мне лучше скажите, какого хера она без противогаза? Типа на крыше воздух чистый, а внизу воздух нечистый, да? Похоже, ей просто стыдно, что она... Злюку Аню. Она бросила напарника на поле боя. Естественно, та еще женщина, хули с ней взять. Извини, что я раньше с тобой как с мальчишкой. Как увидела в деле, поняла, ну, Хантер не случайно тебя выбрал. Просто он сразу понял, а я не сразу. И из-за меня ты чуть не погиб, понимаешь? Хантер для меня был... Ай, ладно, что я тут? Ты собирайся. Скоро наши прибудут и двинем на Октябрьскую. Да. Ты мне это дай. Патрончиков. На дробовичок. Против монстров хорошо использовать патрончики на дробовичок. Ну, слушайте, 11 патронов. Вы шутите, блядь, что ли? 11 патронов. Вы за кого меня принимаете? Да мне нужен арсенал, как у Рэмбо. Чтобы творить дела всякие. Они мне 11 патронов. Вообще не всерьез меня не вставят. Вот, спиздил. Это как раз шлюхи 5 баксов, которые я отдал, вот они вернулись ко мне. Тут, кстати, торговец-оружейник заночевал. Присмотрись, есть неплохие стволы. Вот правильно, доченька. Ствол у меня есть. Подожди, ты что, чем ты торгуешь? Патроны, ну да. Что там? Сообщили, что выдвинулись. А, у меня полные. Скоро должны быть. Куда тебе столько, парень? Отлично. Растеряешь. Шарики, отборные, чистенькие. Бери, парень. А, нет. Шарики это для хуйни какой-то. Вот что мне надо. Картечные. Высший Саня, класс. А что там сам крутил. Нового? Бери. Как международная обстановка. Короче, такое дело. 10 лет в эфире, помехи одни. Пока, все. Парень. Назад поймал. Настроился на Питер. Лично. Они, между прочим, про нас знают. К ним, короче, прилетал кто-то из... Так, ну чё? Самолет в таком старом. Как там? Спортивно. Да проходили шум как-то. Наделал. Древние, да, церковные катакомбы. Даже представить себе не могу, сколько им лет. Вот и войну ядерную пережили. Во время войны у них люди с цепью прятались. Потом куда-то скинули. Может, в большое метро перебрались, а может... У нас город есть. Ну, всякое болтает. Это ты про большую мамку? Там выжили люди. Ну да, жена черного обходчика. Говорят, варвары их какие-то осаждают. Сказки метрошные. Пока оборону. Завидую тебе, Саня. Что, блядь, смешного? Страшилки для детей. Ладно, я что думаю, то что мы сейчас будем в катакомбы спускаться. Клевая моторизированная броня, почти как в Fallout, только не моторизированная. Хе-хе, а ты меня не видишь. А так видишь. А так не видишь, видишь. Потренируем голову твою. Оп, оп. И вот так вот еще. Оп, оп. Нет, так ему похер просто. Оп, оп, оп. Зеленоглазое такси. Ладно, в любом случае, если вам понравилось это видео. Ну, ты тоже зеленоглазый. А ты? Голубоглазый. Ты? Кареглазый. В общем, ну, вы понимаете, если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте и ждите продолжения. С вами был Сет. До свидания.